Парни, присели. Первое что, Егор Спиридон у нас первая шайба. Пришел поздравить. Шапку давай. Молодчики, ребят. Хорошие забили голы, но Спиридон с первой тяги. Мужики, все красавцы. В полной борьбе вырвали 2 очка. Готовимся к следующей. Следующая игра будет не легче. Почина! Держи! Парни, хорошая команда, хороший соперник, тяжелый матч. Да, скажем так, контролировали игру. По заданию очень много, неплохо играли. Но, ребят, я еще раз повторюсь, 60 очков они не на улицу нашли. Но эта команда, я вас предупреждал, что она опытная, умеет играть на результат и знает, чего хочет. Тяжелая волевая победа, ребят, всех с хорошей игрой, моментами, ну и с победой, ребят. Всех.